Президентом Республики Татарстан было принято решение рекомендовать на должность исполняющего обязанности ректора университета Сергея Владимировича Дюшко, генерального директора инновационно-производственного технопарка «Идея». Соответствующее письмо было направлено Руслану Валерьевичу Миниханову в адрес министра образования и науки Российской Федерации Ольги Юрьевны Васильевой и было ей поддержано. Сергей Владимирович достаточно известный в Республике Татарстан и Российской Федерации человек, успешный руководитель. Технопарк «Идея» – один из флагманских проектов Республики, который действует с 2002 года. И за время своего существования внес значительный вклад в улучшение инвестиционного климата, повышение деловой активности, расширение экспортных возможностей Республики Татарстан. В свою очередь мы гарантируем поддержку и помощь в решении поставленных перед вами непростых задач. Впереди очень много интересной, серьезной работы. Мне очень приятно быть и работать в нашем коллективе, но уже неосторожно в статусе. Мир меняется достаточно быстро, интенсивно. Вот, мы должны не просто соответствовать, мы должны быть впереди этого метаболизма. Поэтому мы поработаем вместе, сделаем наш университет еще интереснее, еще доступнее, еще правильнее. Конечно же, здесь мы будем работать совместно с институтами развития и Российской Федерации, и международными институтами развития, которые позволят вывести наше образование, наших студентов, наших магистров на более высокий уровень. Спасибо вам. Пользуясь случаем, я как бы ректор уходящий, да, я хочу вас всех поблагодарить. Много лет проработали вместе, не самые плохие были годы. Считаю, что у нас превосходный коллектив, сильный, сплоченный, очень работоспособный. Я думаю, что и в дальнейшем нам все получится. Большое спасибо, Алексей Валерьевич, слово. Уважаемые коллеги, уважаемые гости, ну, в первую очередь разрешите мне от имени президента нашей республики Рустама Галича Миниханова, от имени правительства и от себя лично поблагодарить Герма Сергеевича Дьяконова за плодотворную многолетнюю работу на посту ректора и большой вклад в развитие инженерного образования и науки. Ну, во многом благодаря вашему энтузиазму Герма Сергеевич ВУЗ вошел в элиту российского образования, получил почетный статус исследовательского университета, стал крупнейшим в Российской Федерации образовательным центром химико-технологического профиля. Мы с удовлетворением отмечаем, что КНИТУК РСИ является ведущим вузом нефтехимического образовательного кластера, одним из образовательных и научных центров инновационно-территориально-производственного кластера «Инакарп».